Уличные танцы – это необыкновенный микс танцевальных движений, рожденных в буре эмоций. Стремление танцора быть не похожим на других каждый день являет миру все новые и новые танцевальные движения. Самое главное, что здесь нет определенных норм, а есть одно правило – будь самим собой, танцуй так, как подсказывает сердце. В танцевальном центре онлайн прошел мастер-класс для магаданцев. Вашингтон Салис, представитель зарубежной школы танца, приехал к нам во второй раз поделиться опытом со своими единомышленниками. Позитивная атмосфера, зажигательное настроение, много музыки, хип-хопа и хаоса стали подарком для всех собравшихся. Главное чувствовать свою душу и уже не иметь именно сроку, когда видос обычно начинается или... Ну, да, открывались, и именно чувствовал, хотеть это или нет, и получается. Активно проходят занятия по направлению танцевальному, такому как хаус Вашингтона Салис. Следом у нас приезжает Никита Горбунов из Белгорода. Я так ждала Вашингтона, когда он приедет. Столько эмоций, не передать, классные движения. Это все очень здорово. Жалко, что не все в нашем городе занимаются танцами. Это очень классно, когда ты танцуешь, то ощущаешь себя своим человеком, тебе комфортно, удобно. Обычно выступления уличных танцоров носят импровизированный характер, но в соревнованиях включаются готовые номера. В современной хореографии постоянно создаются новые элементы, направления, стили и течения. Самое главное – желание танцевать. Отточить свое мастерство можно, посещая занятия в центре онлайн. Ольга Романенко, Артем Досманов, «Эхо дня».